И сейчас на эту сцену я хочу пригласить настоящую великую певицу. Больше ее знают за границей, хотя она очень часто приезжает и поет в Большом театре России. У меня были партнерши по сцене Любовь Казарновская, Карина Сербина, несравненная Монсеррат Кабалье. Но именно эту певицу называют молодой Монсеррат Кабалье. Партнерами ее были Пласидо Доминго, Хосе Карерас. С Лучано Павароти она не спела, потому что он заболел. А сегодня ее партнером буду я очень счастлив. Она столько раз слышала бурные овации в других театрах мира. Ее голос назван лучшим голосом 99-го года в опере «Люче де Лемермур». И, дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену заслуженную артистку России, солистку Государственного академического Большого театра России Ларису Рудакову! Верди, застольная из оперы «Травиата». Libiamo, libiamo nell'etico che la bellezza infiora e là fuggevol, fuggevol ora si nebria volontà libiamo le dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che al cuore onnipotente va amore, amore fra i colici più cari di baci avrà amore mio pago fra colici più cari di baci avrà tra voi saprò dividere nevo mio giocondo tutti follia, follia nel mondo ciò che ho di piacere odio большое спасибо. Лариса Рудакова, Николай Басков. Настоящий мужчина. Спасибо.
Лариса Рудакова и Николай Басков. До свидания.